Приветствую вас. Давайте начнем разбирать вашу проблему. Во-первых, я прочитаю ваш текст, буду давать небольшие комментарии, а потом в конце скажу вам о том, что нужно, ну, что можно сделать. Рекомендации там свои. Значит, во-первых, вы пишете, что постоянно вспоминаю о ней. То есть вы даже называете ее никак, не девушка, не женщина, не ваша любимая, просто о ней. Имя тоже не говорите. Признаться честно, это довольно странно. То есть, это навевает на определенные мысли, хочу вам сказать. Дело в том, что если человек не говорит о ней, как бы в третьем лице, ну, это сразу можно расценивать как, знаете, отдаление такое. Отдаление, отстранение, может быть, от человека и так далее. Но с этим еще нужно будет разобраться, а пока вы говорите, что поссорились с ней. Опять же, с ней поссорились. Значит, с ней поссорились, и вы пишете о том, что, значит, прошло 2 года. 2 года прошло, срок довольно большой, 2 года это приличный срок, конечно. Значит, вы о ней не вспоминали. Вот, вообще, какое-то время вы о ней не вспоминали. А сейчас вот вдруг вспомнили. Значит, здесь нужно сразу у вас спросить следующее. Значит, по поводу чего, во-первых, поссорились, что заставило вас поссориться с ней, какие были у вас разногласия с ней. Вот. Это важный момент, если мы говорим с вами о причинах расставания, да? Значит, что заставило вас с ней расстаться, почему вы поссорились. А дальше, вы говорите о том, что вы о ней вспомнили. Я хочу, чтобы вы ответили на вопрос. Собственно говоря, что заставило вас о ней вспомнить? На мой взгляд, это очень важный момент. На мой взгляд, это очень важный момент, потому что все-таки этот человек был вам дорог, и с ним у вас много было связано, как я понимаю. Вот. И так далее. То есть, почему поссорились и что заставило, собственно говоря, ее вновь вспомнить. Что навело на эту мысль вас. Далее. Вы говорите, помню ее саму хорошо, и что у вас началась депрессия. По этому поводу. По поводу того, что вы о ней вспомнили. Давайте так. Депрессивное состояние,
Депрессия, депрессивное состояние. А просто так не начинается. То есть именно депрессия, это довольно серьезное заболевание психическое, которое вот так вот просто не начинается и просто так не появляется. Депрессия. Именно депрессия. Если мы говорим именно про депрессию. Поэтому у вас, как это видится мне, у вас, скорее всего, не депрессия, а, возможно, депрессивное состояние. Как это вижу я. А депрессивное состояние – это не депрессия. Депрессивное состояние – это немножко другое. А вот, но тем не менее, вам плохо, вам очевидно, что вы страдаете. Соответственно, я рекомендую здесь, во-первых, понять и постараться принять следующее. Человек, который сейчас не с вами, он не ваш, и вы его не любите, к сожалению. Потому что если бы вы его любили, вы были бы счастливы от того, что счастлив он. Ну, это я так вот условно говорю, да. А поскольку вы несчастливы, то, соответственно, соответственно, есть проблема по этому поводу. Из-за этого. Из-за этого есть проблема. Если вы несчастливы, значит, человек вам для чего-то был нужен. И вот основной вопрос. У вас депрессия начинается из-за чего? Из-за того, что вы больше не с этим человеком. Из-за того, что вы больше не с ним. И вы сами что-то теряете. Вы сами что-то потеряли из-за того, что вы больше не с ним. Вот момент, на который нужно обратить внимание в первую очередь, это момент именно такой. Почему вы не можете принять тот факт, что человек больше не с вами? Об этом нужно сказать отдельно. Далее, далее, вы пишете так, значит, она поменяла номера, удалилась из соцсетей, сейчас живу в другом городе, как не вспомню, становится плохо, не знаю, что делать. Ну, здесь совершенно очевидно, что у вас имеет место быть определенная фрустрация. Потому что вы потеряли человека, который вам дорог, определенная фрустрация и переживание по поводу того, что вы не можете получить то, чего вы, собственно говоря, хотите. Вот. Соответственно, нужно понять, чего именно вы хотите, соответственно, нужно понять, что именно вам нужно, и постараться это реализовать собственными силами, не через человека. Либо проработать неприятные воспоминания, неприятные впечатления, которые у вас остались, значит, ну, из-за вот по причине произошедшего с вами. Вот.
Значит, я думаю, что вам необходимо обязательно поработать на эту тему. И помощь вам будет заключаться в том, что вы проанализируете, значит, свои впечатления, свои представления о том, как вы воспринимаете себя, какова сейчас ваша жизнь, что вы извлекли из того, что произошло, да? То есть, вот, важный момент, чтобы вы для себя определили, как раз, почему вам так плохо, почему вам так тяжело. Вот. И я думаю, что это вот обязательно нужно с вами проработать. Обязательно нуждается в проработке вот то, о чем я вам говорю. Это обязательно. И тогда постепенно вы нормализуете свою жизнь, увидите причины, по которым какие-то воспоминания вас наталкивают на определенный аспект, связанный именно вот с тем, что у вас возникает депрессивное состояние, потому что воспоминания, они вызывают не скуку вашей бывшей девушке, не скуку, а скорее ассоциативный ряд. То есть с чем-то она у вас ассоциируется, с чем-то. И ассоциируется она у вас, судя по всему, знаете, нельзя сказать, что с чем-то очень хорошим. К сожалению. Об этом вот тоже нужно будет с вами поработать. На эту тему. С вами будет нужно поработать. Значит, вот так, я думаю, можно будет ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы дополнительно остались, пишите в личку, я вам помогу. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.